Нифига себе. Три фиолетки. Вот за это спасибо, кстати, полезная штука. Не нужна. Так, а что, я их не заполняю, сразу отправляю на следующий цикл. Вообще шлак. О! Ну, самый ненужный талант из коры осколков, скажем честно. Потому что никто в те три таланта, которые путь карателя прокает с ним, брать его не будет, а, собственно, дает он то же самое, что и медведь. Ой, медведь, слоник. Поэтому отправляем фу. Стольничек. Давайте 120. 180 рублей будет это стоить. Дороговато, конечно. Ну ладно. Только вот сделаем так. Мы вот это то, что нападало, нам отключим. И включим новые. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Чувство мгновений. Вот это два шлака. Второй шанс. Поехали в библиотеку смотреть, что нам упало. Так, из оранжей. Шлак, шлак. То у меня их уже столько, по-моему, понападало. Я ЧГ поставил такой талант. Я ЧГ такой талант не поставил. Все. Отлично. У-ху-ху. Так, сапог. Нормально. Здоровье, силы, разум. Четвертую строчку. Кому как? Скопишь напасти? Спасибо, хорошо. Кара хрупкости, сила, нормально. А вот опять призрачный шанс падает. Почему мне не падает активатор? У меня одно кольцо грань шансов только. Мне этих граней шансов надо, я не знаю, сколько, да миллиард. Не падают и все. Раз, два, три, четыре, пять. 11 оранжей. Фиолет. Ох, фиолет-то сколько нападало. За это спасибо. За это спасибо. Шлак, 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 шлак. Нормально. Шлак, нормально, шлак. Уже не нужно. Шлак, нормально. Шестнадцать. А неплохо ты надропал-то. 16 плюс 11, 27 талантов. А если 27 делить на 120? У меня прям 22,5 шанс дропа был в этот раз. Замечательно. Замечательно. Замечательно.